Сран-сран, с вами Ариран. Я сегодня буду играть, знаете, во что вместе с вами? Где моя трубочка? Значит, кей-поп группы от A до Z номер 2. Я пропустила номер 1, но вы мне прислали сразу ссылку на номер 2 в оригинал. Кстати, на оригинал ссылочку оставлю в описании. Я так понимаю, что мы здесь должны будем угадывать группы. Вероятно, по клипам или по фоткам. И вы знаете, мне уже интересно до того, как я еще начала играть, как я сыграю. Потому что, ну ладно, у меня там косяки с какими-то отдельными группами по мемберам, но так-то группы более-менее. И вот мне интересно, насколько более-менее, или действительно все может быть плохо, или может все хорошо, не знаю. Хочется мне самой себя проверить, поэтому спасибо большое, что прислали мне ссылочку на эту игру. У нас сразу просто с ATEEZ. Я даже не успела подумать, какая будет буква. Тут можно догадываться, кто у нас на B будет, ребята. О, точно. Давайте еще и делать ставки сразу наперед, какие будут группы. ATEEZ. Значит так, следующий у нас будет BTS, Beast, B2B, Block B, Blackpink. BTS, значит, в этом видео не будет. Хорошо, ребята, пока что я иду хорошо. Хорошо, но я знаю, что дальше будет хуже. И, кстати, вот на этом канале... Да. И я такая, знаете, типа еще перепроверяю, вдруг я ошиблась. Я думаю, что пока что все еще ответили правильно среди авиков. Так, подождите, давайте сосредоточимся, потом я доболтаю. Так, на Си. А, это у нас CIX. Угадала по Бэджиньону. У меня так чаще всего. Я хотя бы одного или двух мемберов в группе знаю, и по ним угадываю остальную группу. Так, и что я хотела сказать? А я забыла. А, я заметила, что в этих играх больше как бы ориентировано на вот новое поколение. Чаще. Вот. А я с удовольствием бы сыграла по более стареньким группам. Так, вот это труднее. Ди. Так, давайте кого-нибудь. Давайте я предположу Dreamcatcher. Ди. Еще есть Диа, например, группы. Dreamcatcher, да. Но я не знала, ребят. Я просто назвала группу какую-нибудь на Ди, которая приблизительно, возможно, по числу участниц и подойдет. Но так-то я никого из девочек не знаю. Что это за мужчины? Господи, господи. Ну ладно, это у нас EXO. Вот, вы знаете, Фонтана не дождалась и не дождусь я в этом видео. Но хотя бы EXO, да, мне приятно. Мне приятно. Я в последнее время столько видосов с эксятами смотрю, которые уже раньше видела, пересматриваю. Так, F. Но это у нас не FX. Это у нас... Фокс какие-нибудь, ребята, я не знаю их. А, Фиестар. Ладно, я не буду придумать, как правильно. Я абсолютно, практически не знаю эту группу. И если где-то она мне попадалась на глаза, то я даже... Это у нас гадики, Гот7. Так, я буду себе считать один промах. Мне просто прям реально, реально интересно, много ли я буду ошибаться. А вот, если где-то я девичью эту группу и встречала, возможно, в новостях или еще что-то, у меня не успела отложиться. Вот, и этих девочек я даже не знаю по творчеству. Если Dreamcatcher я знаю по творчеству, вот, то там нет. Так, это у нас Highlight. Это у нас бывший Beast. И этих мальчиков я знаю. И мне кажется, я бы по-любому из них, из этих мальчишек, угадала бы, что за группа. Знаю всех мемберов, грубо говоря. Хотя, вы знаете, на этой фотке некоторые прям не узнавашки. Хотя все не там, короче, ладно. Все, скучаю за ними. Я просила кого-нибудь из стареньких. Это у нас Ичи. Вы меня часто спрашиваете, кто тебе нравится. Мне нравится Еджи. Она не мой биас, но она у меня вызывает симпатию. Если обычно я равнодушна, то эта девочка у меня вызывает симпатию. Я даже не знаю, почему. Мне сложно сказать. Трудно. Может быть, из-за танцев, хотя Реджин тоже танцует. Я обеих их монтировала. О, это у нас JYJ. Это у нас Ючон, Пак Ючон, Джеджиун и Джунсу. Трое на Джей у нас. Три бывших участника Донбан Чинги.
Я держу один палец. Кей. Это, наверное, Кынакын. Знаете, почему я так думаю? Потому что, во-первых, я смотрела с ними несколько шоу, а во-вторых, я так ребят сильно не запомнила, но они там все очень высокие, прям модели. Мне кажется, что это они. Да, да. Я глянула, и у меня прям так атмосфера Кынакын пошла. Вот, я угадала. Я довольна. Так, Эл, кого я знаю? Ловелис, знаю Вабаум, или как там называется группа. Пусть это будет Ловелис. Почему-то мне кажется, что их там прям вот так много-много-много было в группе. Да. А, еще Луна я знаю группу. А в Луна поменьше, мне кажется, участниц, да? Так, пока что я иду правильно. Монста X. Я такая М. Да. Хороши, мальчиши. Я думала, у него детский манежик там стоит рядом, а это забор. Монстята. Я прям удивляюсь, как я девочек ловились. Но, честно говоря, наверное, по большей мере попала. Попала так пальцем. Dreamcatcher я даже чуть получше знаю. Так, у нас на N. На N. Ладно, я, во-первых, их не знаю, во-вторых, я не могу ни одного названия на N вспомнить. Нейдж. Ну, я слышала, конечно, за эту группу. Клипы я стопудово-то их видела, просто не помню. Вспомнила бы. Да я не уверена, ребят. Может, где-то по меня и стрельнула. О, это у нас Ванас. О, такая, о, думаю, что за знакомые люди и почему они на О? А потом такая, а, Ванас. Они у меня что-то, знаете, скорее с буквой УА или В. Что-то я не знаю. Хорошо, Ванас. У меня перед глазами их написание на корейском. Вот, наверное, в чем проблема. Так, пи-пи-пи-пи-пи. А, это Пентагон. Ой, гляньте, там еще Дон. Круто, тут собрали фоточки такие, да, которые, да, вот, да. Пентагон. Я пока что один раз ошиблась, ребята. Вы в это верите? Я нет. А уже, между прочим, у нас 17, сейчас скважу. Кью. Блин, вот это я, наверное, и не знаю. Я что-то даже не могу ничего придумать. Я вообще не помню вот таких девочек по три. Кью. Кью. Сейчас даже, наверное, название не знаю. Квинта. Квинта. Это никак не связано с проектом, который был, ребят. Я ж не следила, не смотрела, мне такое неинтересно. Короче, два. Р. R, значит, девочек я опять не знаю. Давайте придумаем кого-нибудь на R. Red Velvet. Я вспомнила кого-то. Да. Нет, это Rocket Punch. Но это точно были не Red Velvet, потому что там девочек меньше. Но хотя бы название какое-нибудь я на R придумала. Ребята, у меня три. Так и знала, что буду гореть я на девочках, скорее всего. S, это у нас Stray Kids. Я довольна. Stray Kids! Мне попала чаинка в рот. Так, у меня три, я держу пальцы, уже вспотела ладошка. Т. Так, это я так подозревала, но с малыши трэжи, не? Чё-то мне кажется, что я права. Ой, у меня аж стул стучит. Три. Их как раз там много, 12, как в трэже. Я думаю, что это они. Хотя... Блин! Нет, я обшиблась. А в трэже сколько их? 10, 9, 9, 11, 12 тоже. Ладно, у меня 4. 4 ж уже или уже 5? Короче, я разогнула пальцы, все потеряла. Это были The Boys. Хотя... Так, Ю, подождите, давайте подумаем на Ю. Ну, я не знаю, не знаю, не знаю. Какие-нибудь Under... Юнит. А, это были проектные, кажется, не, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь. Ну-ка, напомните мне, там еще были похожие названия. Ви. Так, я знаю, Виктон, V-A-V, ну, наверное, это, может быть, это Виктон? Нет, это были V-A-V. 5. Я не знаю, может, я там какой-то палец потеряла, пока буду считать 5. Короче, ребят, мне за The Boys обидненько. Надо мне и The Boys и трэш выучить. Это у нас Вина. Тут попроще. И, кстати, их уже раньше было больше.
Изначально их же было. Не, так и было. Ладно. Не, их было. Короче, все, забудьте. Так, что я хотела сказать? В The Boys есть мальчик один, который мне вроде бы узнаваем, но не помню никак звать, ничего. Экс. Ой, а что-то мне некоторые из них очень знакомыми кажутся. Блин, и никто не приходит в голову на эту буковку. Экс. Ксенати. Это не те же, что юнит, нет, там что-то другое было. Короче, ладно, не знала, это было бесполезно, я бы не придумала. Why? Ну, какие-нибудь Yellow что-нибудь. Ладно, я-то их все равно не знаю, но... Сейчас скажу, знакомо ли мне название вообще. Где-то слышала, но так-то слишком-то и нет. Все пошло наперекосяк в какой-то момент. Расстройство мое началось с запоиска, когда я думала, что там трэжа. Так, это у нас... Блин, почему? Нет, почему? Подождите, стойте, кто это? Это Зипи-Зиги. Хорошо, ребята, мне обидно за The Boys. Вот, я бы, наверное, могла. Напишите мне, пожалуйста, сколько там участников в The Boys и в Treasure, чтобы я уже точно не путалась и не парилась. Хотя и там малыши, по сути. А возможно, тут еще у The Boys была фотка такая детячая, да? Потому что сейчас я их знаю и по более взрослым концептам, так сказать. Я разогнула пальцы, я забыла, сколько у меня было неправильных, я сказать успела или нет. Боже, ребята, что-то мне надо делать с моей куриной памятью, но, в общем-то, ГГ есть. Несмотря ни на что, мне играть было интересно. Лично для себя было интересно. А вот, больше всего я горела на девочках, а вот именно на мальчиках мне стыднявенько. Напишите, как вы сыграли. Я думаю, что для многих это вообще была простецкая игра. Вот я что-то уверена, я что-то уверена. Потому что под игрой, где нужно было угадывать вот это лицо, нос, губы, глаза, там было ужасно сложно. Просто капец, как сложно для меня. А многие писали там, я почти все угадал, я половину угадал, я не угадал тех-то, тех-то, тех-то. Я такая, как вы это делаете? Но мне приятно, что у меня аудитория такая умная. Да, я совсем себя ущербно чувствую, но ничего. Ничего, зато это главное, как мы проводим время, правильно? Ладно, все, давайте закругляться, я болтуха. Саран-саран, с вами была Ариран. Я вас всех люблю и целую.